Всем привет! И с вами снова я, Тоха. И вот сегодня у нас на досуге будет представлен один красивый и качественный меч. Точнее, два вида одного меча, одноручного и двуручного варианта. Поехали! И вот задается вопрос. Без чего не может обойтись каждый уважающий себя воин на просторах сурового и жестокого края, как Скайрим? Правильно, без хорошего оружия. Ведь можно забыть поесть, поспать и даже подышать. Но меч всегда должен быть рядом, наточен и в ножнах. Ведь неизвестно, что поджидает нашего героя за углом. Саблезубый тигр, вампир, стадо бандитов, а может быть самый страшный противник на просторах Тамриэля – грязевой краб. На такой случай нам приготовили крутой меч Сарта. Меч исполнен в двух вариантах – одноручный и двуручный. Они имеют очень мощные показатели урона, примерно сравнимо с… Да ничем не сравнить, если брать стандартное оружие. Слишком уж большой урон. Примерно в два раза больше доэдрического двуручного меча. Поэтому для начала будет неинтересно с ним играть, так как головы будут слетать с одного удара. Но знаете, это сугубо мое мнение, ведь у каждого свой ролеплей и своя игра. Ну, не так ли? Они существуют в двух вариантах, против нежити и против эльфов. Мечи вы можете изготовить в кузне, в разделе «Стальное». Ну, там вы найдете серебряные клинки с повышенным уроном по нежити. И раздел эльфийское, с большим уроном для эльфов. В приоритете это, конечно же, фалмеры. Но, знаете, если вы не сторонник железного ремесла, то вы их можете найти в сундуке, недалеко от приюта подмастерья. Это прямо напротив свистящей шахты, что неподалеку от Винтерхолда. Оружие находится в сундуке, но сундук просто так не открыть. Вам понадобится ключ. Его можете найти в 15 метрах от самого сундука, в палатке со скелетом путешественника. Для тех, у кого имеется мощная видеокарта, есть дополнительная вариация мода на 4К текстуры. В стандарте же текстуры идут в 2К, но также есть и небольшой минус у всего оружия. Это визуальный минус. Слишком широкая рукоять. Пальцы проходят сквозь рукоять и выглядит это не очень эстетично. И для любителей красоты это будет выглядеть не очень. Вообще, если отбросить этот небольшой недостаток, то все остальное сделано просто идеально. Видно, что автор постарался и сделал очень реалистичные текстуры, где даже не видно эффекта пластмассового оружия. Мне действительно мод понравился, даже если отбросить этот небольшой минус с рукояткой. И для любителей хорошего качественного оружия я рекомендую к скачиванию. Ну вот и все на сегодня, друзья. Я вроде бы все о нем рассказал и добавить больше нечего. Могу сказать, что он красивый, мощный, рубит наповал. Ну а в принципе, что еще воину-то и надо? Вот и я о том же. А это был коротенький обзор на меч Сарта. И с вами ваш верный друг Тоха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, берегите себя и своих близких и не болейте. Всем хорошего настроения и всем до новых встреч.